И вот эти наиболее простые методы, ну как, подручными способами, что там чего, ну перекись водорода, ну что это, 5 рублей стоит. Но там атомарный кислород. Вот сейчас говорили, пугали грипп. Первая программа телевидения, когда свинячий, это парачачий грипп появился, еще у нас не было, мне задали первую программу телевидения. Иван Павлович, что вы можете сказать о грядущем вот этом свином, этом вирусном гриппе? Я говорю, это кому-то нужно. Да нету этого гриппа. Это оболванивают, одурачивают людей. Кому-то нужны деньги на создание какой-то вакцины. Вы возьмите перекись, капайте в нос, да еще шприцом, не 3%, а разведите 1/4 стакана воды, туда капните 15-20 3% перекиси, берете шприц в один нос, в ноздрю, во вторую утром, вечером. У всех грипп будет, у вас его не будет. Атомарный кислород убивает любых паразитов, которые мешают жить. Вирусы, грибки, микробы, глистная инвазия, онкоклетки. Все убивает. А нормальные клетки расцветают, живут.